С 12 марта 2018 года на канале «Россия-1» состоится премьера 16-серийного сериала «Осколки». Сериал будет идти по будням в 21:00. Это мелодрама, в основу сюжета которой легли реальные истории перепутанных в роддоме детей. Андрея ловят на воровстве денег со счетов Олега, и ему приходится скрываться. Мария выходит на адвоката Сергея. Та предлагает Марии объединиться с Сергеем для успеха дела. Сергей налаживает отношения с Марией. Олег узнает об этом, ему неприятно. Полиция не может найти Андрея. Андрей шантажирует Олега компроматом на Виктора. Олегу приходится попросить остановить следствие. Проходит промежуточное слушание по делу об установлении отцовства Варвары. Стороны ссорятся. Варя не выдерживает и в слезах выбегает из зала суда. В отношениях между Марией и Олегом растет напряжение. Виктор догадывается, где скрывается Андрей, и приводит туда полицию. Андрея арестовывают. Выясняется, что поджог конюшни устроила Саша. Об этом узнает Ульяна. Она ругается с Сашей и случайно сталкивает ее с лестницей. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.